Digital. Сегодня будем упаковывать заказ Асса, пластинка. Ну, я такое говно не слушаю, честно говоря. Это еще пластинка со времен школьных, наверное, моя виниловая пластинка в коллекции, мне она не нужна. Я такое говно не слушаю, блядь, вот. Это все, постсовок. Еще у меня для продажи есть «Машина времени» в добрый час. Еще «Алиса» есть, «Блокада», диск виниловый на продажу. Есть еще «Розенбаум». Кстати, разместил «Розенбаума» на этом самом, как его. Еще есть у меня на продажу «Бригада С» и «Бригада С» и это, как ее, «Наутилус Помпиш». Сейчас играет мой проект Гигевальд. На 20-летие Торнопарк. Играли в клубе «ЛФ». Значит, Розенбаума на продажу. И там какой-то нарисовался дрыщ, страшный такой, как Янукович, блядь. И говорит, типа, у него, говорит, профиль как у орла. А я так посмотрел, короче, у него в друзьях есть мой общий, наш общий знакомый с птичьей фамилией, блядь. И у него тоже профиль как у орла, блядь. Короче, пиздец, да, какие-то негативщики они. Начали писать, типа, да спрячь ты его нахуй, блядь. Короче, нахуй, всякие негативы. Знаешь, чтоб один, короче, 99% написали негатив на этого Розенбаума. Да мне он тут тоже нахуй не нужен, тот Розенбаум, блядь. Я его продаю, блядь. Вот. Чего ты так писать, блядь? Негатив. Не нравится, иди нахуй, блядь. Дебилы какие-то, блядь. Наверное, эти совки, блядь. Короче, их всех забанил нахуй. Один человек только написал, что типа классная тема, типа ему написал, так покупай. А он ответил, типа, да у меня у самого их там 5 штук. Я говорю, ну так, блин, молодец, 5 штук. А я его продаю, потому что чищу полки. Мне нахер не надо. Я слушаю трэш, дэс, блэк метал, блядь. Мне это хэви метал, там, Iron Maiden, нахуй. Нахуй мне это говно, этот Розенбаум, блядь. Для коллекции, нахуй мне эта коллекция, кому она нужна будет, этого говна, блядь, валом у людей. Если есть всякие плюшки, которые собирают это все себе, захламляют свою квартиру всяким говном и думают, что, блядь, они через там лет 50 будут миллионы стоить. Да нахуй, ну кому надо, блядь, дебилы вы все, блядь. Лет через 50, это говно точно никому не надо. Людей уже не будет, кому оно надо. Сейчас время меняется, все. Вот. Короче, 99% людей написали кучу негатива. Я так подумал, блядь, вот если бы я этого Розенбаума взял бы, повесил там, и расстрелял бы его там с автомата, к примеру, которого у меня нет. Или, не знаю, или спалил бы его, то 99% бы, наверное, блядь, этих долбоебов бы написал. О, классно, молодец, блядь! И 1% бы написал, нахуя, я бы купил. Бред! Силой кобылы. Вот. Вроде вот, запаковал. Все, это отправка Укрпочтой, блядь.
Еще осталось наклеить эти самые. От кого? От кому? И все. Ненормально. Все. Я не так много скотчил, грохал, блядь. 30 гривен, блядь, оно стоит. Ебаный, копейки, еб твою мать, блядь. Заебали нахуй. Нахуй я в Укрпочте согласился. Теперь буду писать новой почтой только. Все. Все, действие, Сэмбер. Действие, компакт. Макс Диджитал запаковала вот посылочку. Играет Хиги Вальд. Дебют. Все. Заказано. Значит, есть у меня в наличии. А сейчас прочтем, кстати, что у меня есть в наличии. Сейчас мы прочтем, что у меня есть в наличии. Сейчас мы прочтем, что есть в наличии. Мой солячок играет сейчас, да, сейчас вот, кстати. CyberMax Digital обладает футболкой, футболка Мэрилин Мэнсон, Eat Me, Drink Me, Red Hot Chili Peppers футболка на продажу есть, Kiss футболка есть на продажу, Хиги Вальд есть, вот Life Illusion вот есть футболочка на мне новенькая. Что еще есть? Рамштайн есть, новенькая вообще фирменная футболочка. И есть фирменные диски Ancient, Bleeding, Criminal, Infernal, Death. Вот. Ну, короче, список я прилагаю. Список будет прилагаться внизу, что есть на продажу. Вот, из винила Александр Зенбаум, Алиса, Аса, вот, продано нахер. Все, пока-пока. Подписывайся на мой канал. Пока-пока. Снимаю на камеру Nikon L820. Все, пока-пока.